28 ноября 2018 года. Алтыслагерь, плац артбригады и других войсковых частей. Прямо была стена, отделяющая войсковую часть, что я назвал артбригада, а впереди прямо 42.030 войсковая часть замешкался. Ну и как видите, забора нет. Много чего нет. Просматривается столовая. Мы на плацу, как я уже сказал, времени ближе к 3 местного времени. Быстро солнце садится. Вот так просматривается здание клуба, правая его часть. Это санчасти штаб. Вот 3 часа загудели сирены. Это какая-то тут проверка у них по средам. Плац. Столовую мы уже увидали в кадре. Если будет плохо видно, я, конечно, не буду размещать. Как темновато. Проедем мы по плацу. Начинаем движение. Микрофон закрыл. Под одной крышей здесь санчасть с правой стороны и штаб с левой. Просматривается клуб, центральная его часть. Где-то разметка была, хотел показать разметку, но не судьба, видно, проехали. Вот короткий видеоролик, поскольку заехал сюда, сделал несколько фотографий. Не лишний будет еще один видеоролик, которых уже у нас довольно много материала группы Алтыслагерь. Вот просматривается левая сторона даже корпуса клуба или всего комплекса. И мы выйдем сейчас с вами на стадион таким образом. Вот мы едем уже по плацу. Видно, что здесь видны все эти выложенные квадраты. Мозаика, так можно сказать, с камня. Никуда не делась эта вся булыжная мостовая. Просто заросла травой, мусором. Вот здесь находится на 2-м этаже знак. Гвардия из мозаики. Здесь же вправо и влево можно попасть в казарму. И сюда через подвал, там где были склады. И вот мы вышли на стадион, можно сказать. Дерево упало давно, и никто его не убирает. Зато хорошо видно сейчас подъезды эти. Здание спортзала, стадион, футбольное поле. Посмотрели мы с вами. 28 ноября 2018 года. Во всех помещениях этих казарм мы с вами были. Фото у нас есть, как есть и видео. Всех помещений, включая подвальное, чердачное. Пожалуйста, просмотр доступно. Ну вот и все. Всем всего доброго. До свидания.
До новых встреч!